Всем привет! Знаете, сейчас больше и больше вот сталкиваешься именно с комментарием от украинских граждан о бумеранге. То есть они вспомнили о каком-то бумеранге, что оно нам все вернется. Ты же мать там, и пошло. А теперь на минуточку, граждане Украины, помните, да, 14-й год. Взять Донецк, это город-миллионник, взять Макеевку рядом стоящую, ну, население где-то приблизительно 400 тысяч на тот момент было. И когда полетели первые самолеты, да, первые вот истребители, начали бомбить Донецк, начали гибнуть мирные жители, мы начали взрывать соцсети, да, и обращаться к вам, к украинцам, что, мол, что вы делаете, помогите, ну, чтобы вы знали, что у нас война. Вы нам что говорили на минуточку? У вас не война, у вас зона АТО. У вас антитеррористическая операция, то есть террористы захватили Донецк, Луганск, и Украина прекрасно с этим, ну, борется. А мирных жителей там уже давно нет, их уже повывозили. Мы вам говорили, мы тут, нас бомбят. Нет, вас там нет, там только террористы. Помните? Даже с банков украинских дозванивались на ДНР, в территорию, и говорили, просили, чтобы оплатили кредиты, задолженности. На то же жители говорили, мы не можем, у нас война идет. И работники банков говорили, у вас не война, у вас зона АТО. То есть я сейчас, на данный момент, да, вот смотришь ваши соцсети, и там вы сидите, 25-й день войны Украины с Россией. Не, ребят, а у вас не война. У вас идет специальная операция по борьбе с нацизмом на Украине. Вот и все. У вас нет войны. Вы что там? А теперь насчет бумеранга. Приятно? Мне кажется, что он к вам сейчас прилетел.